Татьяна. Это базар выставки. Люди здесь приезжают сюда уже годами. Да, у них каждое свое место. И они продают свои карточки с заключенной фирмы большие, да, то есть кто-то всю жизнь этим занимается. Чем в магазине. А потом выбор огромнейший. Огромнейший выбор, все свежее. Так что сейчас мы вместе с вами пройдемте, и я покажу. Ну вот, мы начинаем с клубники. Поскольку сейчас такой клубничный сезон. Хотя, значит, всегда спрашивают, а когда у вас, говорит, клубника начинается? Я говорю, ну, обычно там вот, 10 часов утра уже точно есть, если не раньше. Вот, значит, клубника очень качественная. Я хочу вам сказать, что ну, просто очень вкусная, и сейчас она самое то, что нужно. Стоит это рубль 25. Продавцы здесь очень-очень радушные. Нет здесь такого понятия, как обман или еще что-то, вам там деньги кто-то не додал, да, если вы забудете нечаянно пакет здесь, да, с тем, что, что купили, да, деньги отдали и забыли пакет просто, да, потом придете, вам его отдадут, можете не сомневаться в этом. Вот, так что вот сейчас вот мы с вами посмотрим. Сейчас еще, значит, еще такая эпоха идет апельсинов, да, значит, так сказать, еще там еще, скажем так, много достаточно сейчас апельсинов. Вот, они очень дешевые. Здесь получается вот 4 килограмма, 2 евро. По 50 сантимов, да. Вот прям в кассе. Есть, значит, в коробках. Сейчас продается, значит, каха. Да, значит, это 2 килограмма здесь. 2,50 стоит, да. Значит, ну, вот у него получается, значит, ну, да, примерно вот так оно и получается. Здесь даже чуть подешевле будет. Вот. Так что, друзья, наблюдайте, смотрите. Появятся у вас когда-то вопросы, задавайте. Я с удовольствием вам все полностью вам отвечу о той жизни, которая у нас здесь кипит кругом. Вот картошечка, да, которую, в общем-то, в России ее очень любят. Здесь она как-то, ну, покупают, конечно. Но такое разнообразие всего, что иногда даже не до картошки. Вот. Кабачки 60 центов, да. Огурчики 80 центов. Вообще все замечательно. Так. Ага, арбузы пошли. У нас пошли арбузы. Кипрещу, Не ставят? Ага. Ну, пока не знаю сколько, сейчас спрошу. Perdona, и qué precio? Qué precio es sardina? A 99 el kilo. Quanto? 99 el kilo. 99? А, 99. Ага, ну, понятно. Понятно. Значит, килограмм, пока сейчас килограмм, евро килограмм. Ну, это достаточно дорого пока. Ну, в общем-то, все равно можно безусловно, докупить. Вот. Цены здесь, я могу вам сказать, абсолютно не кусаются. Да? Вот прекраснейшие мандарины, я знаю, это сорт очень хороший, гладкой кожи, замечательнейшая, рубль стоит. Но это сейчас, буквально вот через часочек, да, цены начнут снижаться. Ну, здесь вот так. Вот. Ну, вот лимончики, все есть. Все по списку. Вот кому что-то вот нужно, да, вот все сюда приезжают, покупают здесь буквально неделю, и этого всем хватает. Но сейчас вот клубничный сезон. Смотрите, какая огромнейшая. Я, между прочим, я не увеличиваю здесь ничего. Ну вот этот рубль 75 стоит, да? Ну, я уж так уж говорю, рубль 75, евро 75, конечно. А вот. Так, ну, бананы, как всегда, обычные, никому здесь не делишь. Вот это очень тоже интересная вот такая вот. Смотрите, здесь продаются, здесь продаются различные соленья, да, которые, ну, таким полуиндустриальным способом. Ну, конечно, это, скажем так, это частная какая-то фирма, да, которая делает, да, значит, там, так сказать, все
Это с соблюдением всех технологий и соблюдением всех норм. Да? За этим здесь следят очень-очень-очень жестко. Hola, Reina! ¿Cómo estás? Tú como siempre muy guapa. Вот, я очень люблю здесь, знаете, просто вот так даже пройтись. Мы же знаем уже здесь друг друга очень много лет. Понимаете, это ну, какой-то такой особо интересный такой мир. Такой, да, значит, приходишь сюда, с кем-то можно поговорить, с кем-то пошутить, посмеяться, там, все это. И все это очень добро. Да, добрая такая очень атмосфера здесь царит. Вот, лук 60 центов, вот этот лук 80 центов, а вот это тоже очень интересная лавочка там, да? А здесь всякие специи, вот, это мед, все это тоже производится вот такими мелкими частными такими вот фирмами. Вот, пожалуйста, тут огромное количество всяких, смотрите, чего только тут нет. Я не могу вам сейчас сказать, что есть что, хотя тут вот написано, да. Я, честно говоря, беру многие вещи, но не здесь. Просто у меня есть уже огромный такой вот запас, когда-то я брал, вот, но тут, пожалуйста, вот на любой вкус. Это объяснят абсолютно все, что есть что. Вот. И пимента, да, это значит, это перец, да. Это различные. Да, вот смотрите, розовый перец, черный перец. Ну, так что вот у них здесь все в порядке, на все вкусы. Вот вам, пожалуйста, если вам надо, лавровый листик. Все без обмана. Ну, в общем, интересно все. Так, поехали дальше. Ну, здесь все вот одинаково. Вот я сейчас смотрю, значит, там и виноград есть здесь все там, да, и, ну, вот, конечно, засилие кругом, сплошное клубникой. Вот, люди не знают, куда ее девать. Только покупать остается. А вот посмотрите. Ура, ура. Вот. Это вот виноградик такой вот, значит. Да, здоровенный. Вот. Так. А, вот это вот различные коренья. Вот это, кстати, достаточно вкусная штука. Достаточно что-то типа нашей редьки такой, да. Вот, она достаточно такая вкусная. Но вот они тоже разных видов бывают. Это немножко пикантный, как бы. Вернее, как бы жестковатая такая, да? И сейчас я вам покажу другую. Вот кальруби всякие там, да, есть. Вот, значит, смотрите, очень много. Это вот бобы. Вот бобы. Капуста, соответственно, да. Значит, ну, вот это вот что-то типа нашей тыквы. Это типа наша тыква. И однажды я брал, делал что-то из нее такое, да, ну достаточно сладкое. Вот, и очень популярны здесь перцы. Рубль 60. А вот, так что вот. Вот цветная капуста. Цветная капуста. И вот еще прям, значит, такой, такая самая популярная. Hola, buenas. Очень популярные томаты. Мелкие, да, значит, такие вот граны такие, да, значит, очень-очень вкусная штука, совершенно обалденная. Вот, стоит такая, между прочим, достаточно дорого, значит, 3 евро, да, вот по 2,50. Вот, ну, а тут вот картошечка, тут все, все, вот, что-то может, а вот смотрим. Ну, знаете, хочу сказать, что это такое действие очень интересное. Я говорю, здесь все, вот нет здесь никакой нервозности, никто тут не шумит, никто не ругается, здесь вообще близко этого нет, вы понимаете? То есть я вот за 17 лет, сколько я здесь нахожусь, да, я ни разу это вот не видел, никаких вот каких-то разборок каких-то,
которые свойственны, знаете, вот там на наших российских там базарах, там, да, значит, там, ну нет здесь такого. Здесь уж вот в самом прямом смысле здесь уже не скажешь, значит, ах, вот вы две женщины, вы как на базаре. Нет, понимаете, нет здесь такого. Вот. Хотя такие крикливые, конечно, женщины, тут ой-ой-ой. Ола, бонас. Ола, бонас. Вот, так. Кому, кому? Sí, yo con cámara. Sí, 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 sí. Это para internet. Todo el mundo va a saber quién, quién vosotros, ¿eh? Ну вот. Знаете, посмеяться, походить, улыбнуться кому-нибудь, да, лично мне это больше даже нравится, чем сам процесс покупки чего-то там, да. Значит, ну вот это сухие всякие, смотрите. Орехи, различные, вот это, ну, значит, вот это уже фасоли, да, это фасоли. Это тоже бобы, но я их, по-моему, таких не покупал. Это вот чисто, да, что-то типа фасоли такого там, да. Вот. Вот смотрите, орехов очень большое количество. Семечки наши обычные там, да? Значит, вот тыквенные семечки. Все есть. Все есть абсолютно все, что только к чему привыкли даже. Ну и может даже больше. Ну, вот семечки. Ну, все хорошо. Так. Тут же вот всякие сладости. Сейчас сладости я вам другие покажу. Вот. Ну, это вот. Ну, это вот какая-то, скажем так, больше декорация. Ну, вкусные вещи там, да. Хотя я их, конечно, их не ем. Вот такие вещи я не ем. Это почему? Это, ну, для детей. Вот любят они вот такие всякие конфетки там, да. Вот, пожалуйста, опять орешки. Все вот тут, все, что распасовано, пожалуйста, все вам тут дадут. Вот. Так. Рыбка. Сушеная. Рыбка, колбаска, вот это вот тоже все, как это называется здесь, артизана. То есть приготовленное в каких-то очень маленьких таких вот фирмах домашних, полудомашних. Ну, давайте посмотрим сюда. Ага. Вот это вот кальмарчики, да. Вот это кальмарчики, вот это, я не знаю, рыбка какая-то, там, да, вот это бакероны, то есть, значит, типа что-то нашей такой камсы, типа такой вот, значит, там кильки что-то такое там, да. Вот, ну вот здесь разные, здесь вот с креветками всякая такая штуковинка, да. Значит, очень вкусная же такая штука. Вот. Ну и сушеная рыбка, конечно. Вот она, хороша. Хороша. Знаете, хочу вам сказать, что. Конечно, я очень люблю вот такую всякую сухую рыбку, да, но с таким вожделением всегда вспоминаю своих волжских лещей, которые сам лично ловил на рыбалочке, да. Ну, знаете, это ни с чем, конечно, тут не сравнится. Но это, как говорится, вкус и запах юности. Вот. Ну вот, смотрим. Все очень-очень-очень недорого. Яблочки на рубль 40, ну это еще дороговато, есть дешевле. Вот все это. Все. Вот, пожалуйста, опять маринады здесь. Вот. Различные маринады. Вот это вот такие огурчики, очень вкусные. Совершенно обалденная вещь. И вот это вот, ну я не знаю даже с чем сравнить. Это, знаете, это лук, да, маринованный. Да, маринованный лук. Ну, вот он вот, разный. Вот бывает красного цвета, да, значит, со всяких, с добавлением всяких, значит, специй. Да, бывает других каких-то цветов, да, значит, такой более нейтральных. Ну, в общем, вот это все, все вкуснейшее. Вот. Все это вкуснейшее. Ну и тут же, так сказать, как можно без цветов обойтись, да? Понимаете? На все вкусы. На все вкусы. Вот. Если кто яичницу хочет сделать классную, вот, пожалуйста. Вот. Смотрите. Ла, бонес. Ага, перчики. Ну вот, какие-то из них, да, бывают очень пикантные. Вот это наверняка пикантные очень. Вот, то есть, ну, вот, hola, buenas. Это пикантное, но? Ну, пикантное, конечно. Это русское. Ага, значит, это сладкие, это обычные такие
Значит, очень вкусная штука маринованная. Я сам лично делаю. Так. Ну вот я обычно беру перцы, немножко другие. Они огромное количество вариантов. Огромное количество. Вот вам, пожалуйста, киви, да. Ой, не, подождите, да. Авокадо, авокадо. Ну и, как всегда, здесь вот 2 евро стоит этот гранул. Так. Вот они хороши, хороши. Ну вот. Так, пошли дальше. Пошли дальше. Да, хочу вам сказать, что все это действие происходит, значит, на паркинге городского дворца спорта. Понимаете, вот он, это вот всегда так делают. То есть по средам вот здесь все это идет. Дальше потом все это, все здесь потом пусто становится мгновенно. Они разбирают все свои, все эти ларьки свои, да, увозят. Значит, дальше проезжает машина, пылесос. Значит, все за час все это убирается, все, все чистота, все, никаких проблем. Так что вот, вот это самый дворец спорта у нас, да. А это мы вот находимся внизу. Внизу под зданием, значит, находится вот этот паркинг. Ну, еще вот очень интересные штуки. Здесь вообще очень много интересных вещей. Вот, но я вам сейчас покажу самые основные, значит. Первое, это, значит, это, ну, во-первых, это вот это меды всякие там, да? Вот, смотрите. Вот мед. Опять всякие такие пряности и прочее, прочее, прочее. Это да, это ничем, как говорится, уже никого не удивишь, да? Но сейчас я вам покажу. Это национальные, ну, скажем так, именно аликантийские сладости. Очень вкусные. Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Probamos. Это из шоколада, да? Значит, то есть, вот смотрите. Ну-ка. Ну, совершенно обалденная штука. Очень вкусная. Значит, здесь из чего делается? Вот это с кокосом. Вот это шоколад с чем-то. С орешками там или еще там что такое там, да? Ну это делается здесь, в провинции Аликанта. И такие вот вещи. Вкуснейшие, да. Люди, кто приезжает сюда, вот эти сладости, они закупают коробками. Делается все это в Хихоне. Это город Хихон. Находится здесь. Ну, я скажу. 15, по-моему, километров. Нет, чуть побольше. Центр 30, да. Вот. Ну, вот здесь тоже, опять же, сладости. Ну, и, соответственно, тут все эти орехи, всякая всячина. Очень вкусно. И классные ребята. Вот видите, все здесь очень добрые люди. Здесь вообще норма, понимаете, когда кто-то проходит, просто взять поздороваться с кем-то, понимаете? Это нормальное дело. Опять цветочки. Ну, любимые кактусы. Кому-то они любимые, но я терпеть не могу, честно вам могу сказать. Вот, но без них никак. Ура, ура. Так, ну вот мы смотрим. Цветочки различные. Можно просто вот кому-то подарить там, да? А можно вот, так сказать, а покупают. Очень многие покупают постоянно. То есть цветы здесь как-то, ну, принято покупать, да? Я тоже постоянно покупаю, но я покупаю немножко другие. Ну и такие вот, да, вот это тоже интересно. Интересно. Ну это вот что-то типа астр таких. Ладно, пошли дальше. Так. Ну, вас, конечно, интересуют цены. Ну, кого они интересуют, пожалуйста. Ну, смотрите, вот, пожалуйста. Вот этот виноград такой вот, видите? Здоровенное все это. Так, ну, вот опять фреса, фреса. Везде сплошная фреса. То есть клубника. Вот. Еще что мы смотрим с вами. Посмотрите вот эту всю обстановку. Я говорю, вот это каждая среда. Каждая среда. Каждая среда. В каждом городе здесь по-разному.
вот в каком-то городе, да, рядом там, может быть, там в четверг, может быть, значит, в субботу, может, в понедельник. То есть они работают, эти люди, значит, всю неделю, да, и в субботу тоже включая, да. Вот. У них у каждого свой лоток, свое место. Годами, годами. Вот, так что вот, вот так, вот смотрите, как все это здесь происходит. Вот потом они сюда подъезжают, да. Вон они-то все эти машины, огромное количество этих машин. Дальше там, да. Вот, они потом сюда заезжают, загружаются сюда в свои фургоны и уезжают. И все, все, что здесь остается, да, тут убирается, я говорю, тут за час все убирается полностью. Вот так. Ну вот, друзья, это вам типичный базар продуктовый, овощной и фруктовый базар. Так что вот так, приезжайте к нам в наш Эль-Кампейо, в нашу провинцию Аликанте. Покупайте здесь недвижимость, живите здесь, наслаждайтесь жизнью, которая будет кипеть вокруг вас. На радость всем. Ну, всего вам доброго. Вот я вам во всей своей красе. Всего вам доброго. Спасибо, друзья.